Категорически вас приветствую на канале Дяди Вовы. Меня зовут Видана. Я вам сейчас расскажу, как ездить на гироборде, чтобы не упасть. Нужно вставать. Если вы еще не умеете на него вставать, то вставайте на присяг. Если назад, он едет назад. Если вперед носки, то он едет вперед. Если повертать себя, то не ты будешь повертаться, а он. Хорошо. Еще другую сторону. Давай кружочек. Можно ездить на одной ноге. Можно ездить просто. Все. И кстати, на гироборде можно ездить по велодорожкам. Мы спрашивали у наших полицейских. Все, всем позитива, хорошего настроения, катайтесь и проводите время с теми, кого вы любите. Всего хорошего, ваш дядя Вова.